Керамику поистине можно назвать легендарным материалом. Еще фараоны украшали ею свои дворцы. Впрочем, удивителен не возраст этого отделочного материала, а то, что, несмотря на обилие ультрасовременных конкурентов, плитка по-прежнему излюбленное средство для внешнего и внутреннего украшения дома. В новом магазине «Дисконт Керамика» представлен самый большой ассортимент напольной и настенной плитки. На выбор отделочный материал с разнообразным орнаментом, к примеру, под дерево или под камень. Представлена в магазине и плитка с фотопечатью. Такой элемент декора придает дому уют, а главное, делает жилище оригинальным. Тематика на любой вкус и цвет, от морского пейзажа до видов древнего Рима. «Дисконт Керамика» — максимально низкие цены, стоимость плитки от 190 рублей. Магазин «Дисконт Керамика» предлагает широкий ассортимент керамической плитки и керамогранита, наличие под заказ. Низкие цены вас приятно удивят. Также мы приглашаем к сотрудничеству застройщиков, мастеров по укладке плитки и дизайнерские студии. «Дисконт Керамика» – только выгодная плитка. Большие идеи, в том числе и для маленьких ванн, можно воплотить с помощью представленной в магазине «Дисконт Керамика» плитки из коллекции «Терсонит». Все в наличии. Тонна плитки ждет своих покупателей на сочинском складе. Если же материал необходимо заказать, то срок его доставки не превысит одной недели. Специалисты нового магазина помогут подобрать самые удачные варианты и при помощи собранных коллекций подчеркнуть эстетику комнаты и всего дома. Керамическая плитка и керамогранит не просто практичный и недорогой материал, но и своего рода элемент декора, к тому же экологически чистый. Размеры, форма и текстура, представленная в «Дисконт Керамике», поразят своим разнообразием. Дополнительные преимущества плитки – огнеупорность, влагостойкость и способность к снижению бытовых аллергенов. В отличие от ковровых изделий, керамическая плитка не притягивает пыль. Расположен магазин по адресу улица Донская, 9А, заезд напротив магазина «Дел». Татьяна Нагорская, Инга Габеша и Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.